За натхненням до Італії студенти українських вишів, що спеціалізуються на архітектурі, відвідують Мілан. Таку можливість вони отримали, одержавши перемогу у фіналі конкурсу фонда Бориса Колеснікова «Архітектор 2019». Вообще сам конкурс был интересен. Мне интересен был финал, потому что можно презентовать свою работу, можно посмотреть, получить какой-то фидбэк от жюри и вообще понять примерно, куда тебе дальше стремиться, что исправлять там в своих проектах и так далее. Заявку на участь подали 1300 студентів з 25 провідних вишів країни. Після проходження декількох етапів конкурсу у фіналі перемогли 30 талановитих майбутніх архітекторів. Ну, я считаю, что те люди, которые попались на этот конкурс, и того, кого мы видели, это реально очень сильные ребята, многие из них, то есть даже можно сказать, что процентов 70 людей, которые попали, то есть реально работы были очень сильные, и подача работы, и то, как они с мастерством рассказывают про эти работы, то есть их речь, и как бы подготовка была на самом высоком уровне. Усі переможці конкурсу отримали сертифікати на відвідування провідної світової виставки у сфері архітектури та будівництва «Майдекспо-2019». Студенти поїдуть до Мілана вже в березні. Там вони ознайомляться з трендами у світовій архітектурно-будівельній сфері, новинками та інноваціями. Також фонд організує для українських студентів лекції та майстер-класи прямо на вулицях міста від визнаних європейських майстрів. Ця поїздка для мене представляє огромний інтерес, тому що поїхати в Італію на родину всей архитектуры, там, где она зарождалась, от Древнего Рима и до самых современных течений, это как бы даже большая честь, можно сказать, для меня. Эксперты зазначают, подобный досвід стане в нагоді молодым специалистам и подальшей розбудові України. Хочу сказать большое спасибо фонду Бориса Колесникова за то, что они организовывают такие мероприятия для студентов, потому что, ну, это большой шанс реально вдохновиться и увидеть, что происходит в мире. Живя в нашей стране, поехав на такое событие, это дает большой рывок для развития. Привітав переможців і президент благодійного фонду. Борис Колесніков зазначив, наступного року участь у конкурсі стане доступною ще більшому колу студентів. Завершився очередной конкурс. Страна увидела самых юных архитекторов, то есть будущее наших городов в руках этих молодых специалистов. С нового учебного года, уже в сентябре, мы значительно расширяем линейку специальностей для молодых людей, которые смогут принять участие в конкурсе. Конкурс будет называться «Архитектура строительства». И начиная с ПТУ, с техникумов, лицеев и колледжей строительных специальностей, не только архитектурных. Все ребята, их несколько десятков тысяч, могут принять участие в конкурсе и отправиться в один из красивейших городов мира. Сегодняшние победители уже в марте посетят Милан. Безусловно, колыбель мировой классической архитектуры. Желаю удачи как уже состоявшимся специалистам, так и тем, кто придет на их смену. Отриманный за кордоном досвід молоді архітектори та будівельники привезуть до України.